понятно, четверочка, тройка. Че, полагаю, у меня спиздили героя? Чтобы мы потом ворока. У меня нет сомнения, что они спиздили веспа. Смотрите, я специально не буду пикать. Пошли они нахуй, блядь. Я уверен, что меня застрим снайпере, поэтому я не буду пикать ДПП веспа. Нет. Серьезно. Серьезно, не застрим снайпере, ёбнешься. Ну и ладно. Тогда с кайфом на веспе в очередной раз поиграю, получается. Бля, ну белку надо поднять, я не знаю. Реально слабенький сейчас. Если бы не убрали лишний отскок, реально, было 3, 4, 5, 6. Сейчас, собственно, на каждом уровне на один меньше. Еще и урон порезали. Ваша очередь выбирать героя. В общем, бред ебаный. Еще и рейндж порезали, рейндж была. Талант порезали на 20 вместо 5 минус армора, 3 минус армора. Ну короче, слишком сильно ее зарезали. У героя был 50% винрейт, почему так сильно зарезали? И герой был имбой, несомненно, но 50% винрейт, не 60 же. Почему фикс? Лучше бы они ультимейт пофиксили. Или они хотят из героя саппорта сделать, потому что третий ульт они не трогали. Они дальность применения второго пофиксили. Там было 325, сейчас 275. Саппорта хотят сделать? Хорошо, я играю на саппорте белки. Еще мне покупать? Мелшторм все равно придется покупать. А если я покупаю Мелшторм на саппорте, я пищу много фарма. Че мне покупать тогда на белке? Понятное дело, что урон с ульты колоссальный. Но, блядь, че мне покупать из предметов, если я играю на саппорте? Глиммер и Юл, как этот чел, это полная хуйня. Если бы урон со спиритов не поняли, я вообще не знаю, что я бы делал. С этой тычкой просто невозможно лейнить. Ну хорошо, что чел меня хотя бы не атакует 24 на 7. Это хоть как-то спасает ситуацию. Понял, понял. Че, я умер? Да, я умер 100%. Ночь на дворе, зачем ныкаться при поставке вард? Да, забей, я же чат читал. Мне уже поздно было идти вард ставить. Потому что вот здесь может стоять вард, поэтому я и ныкаюсь. А на 22 секунде идти ставить вард куда-то вот сюда? Такая вся история. Почему он со мной дальше не разменивается? Ты что, вот дурак? Идеально то, что я сейчас пачку скипаю, поэтому прям лучше не придумаешь. Я не успею. Нормально, на самом деле. Ненормально то, что я умер первый. Ой, ужас. Ой, сука, ужас. Что мне? Встал. Да, блядь, это лужа ебаная на всю мапу! Это что, блядь? Я не знаю, блядь. Ладно, я тебя по игре разъебу и иди нахуй. Он еще и руны ему оставил. Блять, какой тильт стоять против этой ебучей гадюки? Против этой ебучей змеи. Это такой шок. Ладно. Мне кажется, Дота намекает на то, чтобы я съебывался в лес как можно раньше. Учитывая анимацию атаки и учитывая то, что подняли урон со спиритов. Ну, то есть я уже практически на ком-то фармил за вот этот вот месяц. Смотрите, парни, кто не видел, кстати, показываю, сколько ставок зашло подряд на доту. Вот здесь, конечно, Барселона, пошли они нахуй, блядь. Ну, короче, смотрите, сколько на ставок, сколько последних ставок зашло на доту. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, один, тринадцать, один, четырнадцать, один, пятнадцать, один. Это не дота. 16-1. И вы посмотрите на коэффициенты. То есть есть два хуёвых коэффициента, и все остальные от 1,7. Это просто иди нахуй. Это просто ёбнешься.
Ну это пиздец! Это пиздец! 3-3, 2-65, 2-0! Вот здесь, КФ-20 практически заходит! Это просто иди нахуй! Ну чё, мужик, может в руну пойдёшь, возьмёшь, не? Курьер сил света был убит. Вообще похуй на игру, да, как я понял? А, у него сентри ещё здесь. Ну, замечательно. Нет сомнений, что этот чел за стрим снайпил, потому что и снять тот вард, поставить там сентри, мало мне верится в это. Еще и поставить вард вот так вот, то есть он знал, что там вард находится. Ну, и, то есть вы видели, да, как долго он меня бил? Надеюсь, чел не ревнул. Я хочу выебать, это было бы его. Ну, типа он поставил сентри куда-то вот сюда. Ну, может быть, вот сюда. То есть он знал, что здесь вард находится. Двадцать секунд хд никак. Ты меня заебал, мужик. Вашу центральную башню атакуют. Ну, Варлок на самом деле меня не спасал бы. Меня спасал бы только Омник, по-моему, в таверне был. А, так он диспейстью замаксил. Чё он удивляется тогда, что он проебал линию? Да ну нахер, ну как так, блядь? Тильтовая игра, а не интересная игра. И все, и просто из-за моей глупости, из-за того, что я не понял, что против Вайпера просто надо съебаться в лес. Я не буду ставить паузу, пошел нахуй. Точно не так, что он ливает каждый раз. С интернетом что-то. Ты тот? Ваша нижняя башня разрушена. Баунти не взял, правда. Че ли я брать вообще эту крысу? Мне интересно. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Хорош. То, что я там двоих на миде убил, я вообще не хорош, правильно понимаю, мужик? Что, ёбнутый. Я, блядь, потею, как сука. У него даггер или что? Почему так играет АТК? Блядь, у него реально даггер. Вашу верхнюю башню атакуют. Да, реально интересная игра будет, судя по всему. Я даже уверен в том, что это будет интересная игра. Ваша, я не думаю, что мы это быстро пройдем. Я камбэкнул немного. Все к тебе идут. Что там даггер на Магнусе есть? Полагаю, нет по левелу. Да, он саппорт. Я не могу уже убегать, сам понимаете. Я крысу подниму, крысу подниму. Ты хуйню сделал, если честно. Ты бы и подцелил крысу, и его бы убил. Хил хуёвый был, если честно. Хил от этого атомника. Можно было бы урон ставить. Он с меня все стаки снимает, я уже не умираю. Вашу нижнюю. Дракона превратился, у него мисс. У него атар, да. Ой, бля, это хуёво на самом деле, то, что у него мисс. Батл играть против Shadowblade, да? Но это там стан.
Шноублейд, блин, что ты нахуй покупаешь все, клоун ебаный? Просто меня даже БКБ не сейвит. Если если с БКБ я успеваю среагировать... Ну да, если с БКБ я успеваю среагировать, то Шноублейда, сами понимаете, вряд ли это произойдет. Я пока пытался крысу за собой направить. Просто ебаные иллюзии, у меня бит не стоит, блядь. Ой, блядь, что за хуйня? Я должен был выживать, нет, если бы я нажимал ботул. Я не видел, сколько на мне еще поеботы, правда, было, но мне кажется, я мог бы выживать. Не надо, Акс, не надо, не надо, они сейчас тянутся. Он стягивается, стягивается уже. Нам не, это не нужный файт, это слово совсем, я не знаю, что они делают. Вон там нет вайпера, но нет меня. Я не буду там находиться. Ни при каких условиях. Ну не, глобала нет, в целом они сейчас могут попробовать сейчас манту 200 голды добить надо и... 15 секунд голем, подеремся на боте сейчас. Подеремся на боте, если не хотят, можем подраться. Вашу нижнюю башню атакуют. Я встаю, есть голем. Можете забайте драку, давайте драку забайтите. Акс. Вашу нижнюю башню. Акс, давай, у них гобла нет, у нас есть все. Курьер пустой летит, чтобы вы понимали, я не знаю, в чем логика. Ну ладно. Не, уж вообще никого нету, я думал, у него куда больше. У него вообще ничего нету. Вайпером. Я! Йо, мне все хорошим же, хорош, блядь. Обычный минус вайпер. Бывает. Надо бы Веспа просто предупредить тебя, что он тебя тянет. Там чел на ДК, видите? Вис, брат, назад, назад, назад. Ханта нет. Там даггер, даггер на ДК, сейчас как прыгнет, блядь. Серьезно, блядь. Я ж, наверное, разбиваю его. Там оттос же. У тебя другой план. Ханта нет. Че, все? Можем драться. Только надо меня дождаться, Венера. И пизда. Глобала будем драться. Глобала нет, ульты нет, урсы, надо идти. У меня голем есть, хант есть. Все, Акс, иди форсифайт. Вашу нижнюю башню атакуют. И пизда. Вон, они на вижене. Крыса. Смог. Просто вышка хуярить. Т2, Т3 попробуем попилить под дизоль. Ладно. Что-нибудь быстрые какие-то? Еще лава перестался. Брат, на РП. Разочаровался в ком-то. Ебать, мы даже по счету уже выигрываем, ёбнешься. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Омник, не ставь под РП, тебе нужно будет ГА нажать, если они вдруг РП нажмут, и все хорошо. ГА, ГА, Омник, ГА. А, хорошо. А ебать, они по братку тонерутся. Да, блядь, дай обойти тебя. Вот и все.
Да, что, на вороге, получается, соло голыми своими выиграл. Такую инфу, конечно, дает. Не, на самом деле, молодец, чел. Ну, типа, более-менее нормальная инфа, если бы он еще избавился от той инфы, вот здесь вард не раздевардили, только центр нашел. Вот, если бы такую инфу еще не давал, был бы вообще молодец. Да, тран. Центральная башня противника разрушена. Ебать мясов, конечно. Здравствуйте! Гором пашку мне сделаем, мужик. Зайди под фонтан. Заходи, заходи, он АФК. Наебал, наебал. Ого, хуярим до конца. Вот, хуярь, хуярь, у меня 25-е. Хорош, брат. Ого, еще один рэмпейдж сделаем. Нижняя башня противника разрушена. Там ДК сейчас станет. Да выебывался. Победили силы. Ну, то есть я уже практически на комп нафармил за вот этот вот месяц. Смотри, я парни, кто не видел, кстати, показываю, сколько ставок зашло подряд на доту. Вот здесь, конечно, Барселона, пошли они нахуй, блядь. Ну, короче, короче, смотрите, сколько на ставок, сколько последних ставок зашло на доту. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать один, тринадцать один, четырнадцать один, пятнадцать один. Это не дота, 16-1, и вы посмотрите на коэффициенты, то есть есть два хуёвых коэффициента, и все остальные от 1,7, это просто иди нахуй, просто ёбнешься, ёбнешься, ёбнешься. Но это пиздец, это пиздец, 3,3, 2,65, 2,0, вот здесь КФ20 практически заходит, это просто иди нахуй.